такое часто называют пятой колонной, да? Используют это как ругательство. А вы знаете, кто такая пятая колонна на самом деле? Это сторонники национальной Испании Франко в борьбе с коммунистами, троцкистами и анархистами Второй Испанской Республики. И пятая колонна Испания Франко, между прочим, победила. И хотя Франко далеко не был диктатором и установил довольно жесткую диктатуру, однако он провел очень успешную экономическую модернизацию Испании. И знаете, одну вещь скажу. Ведь мне кажется, положение Испании в конце 40-х несколько напоминало положение России. Испания была в международной изоляции, из-за ее слишком плотного сотрудничества с Третьим Рейхом Соединенные Штаты и Великобритания вводили против нее санкции, даже поддерживали оппозицию. И в это время у Франко хватило ума и хватило сил засунуть свою гордость в одно место. И он поехал договариваться в Америку и пошел в движение с западными демократиями. Я надеюсь, что и в России найдется свой Франко. Все, благодарю. Уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое скучное коварство полуживого забавлять, его подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и думать про себя. Когда же черт возьмет тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, всевышней волею Зевеса, наследник всех своих родных. Друзья Людмилы и Руслана, с героем моего романа, без предисловий, сей же час, позвольте познакомить вас. Онегин. Добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, бывали вы или бывали мой читатель. Там некогда бывал и я, но вреден, север для меня.